Не пошла. Круто. Привет, ребята. Гудоури, Грузия. Полеты на параплане. Меня зовут Анатолий. А, привет, руки. Это Анечка. Сейчас мы полетим вон туда. Вниз. В глубокий каньон Арагви. А я буду здесь один. Да. Ты можешь уже ехать, стартовать и ехать вниз. Мы их там тебе передадим. Вы же в Тбилиси? Да. Все, сразу стартуй и едешь вниз. К Смарту едешь? Да. Хотя, может, я здесь приземлюсь, но вряд ли, не похоже. Ветер слабоват. Танечка, конечно, легенькая девочка. Вниз, скорее всего, полетим. Короче, едешь за Смарт. Ниже твоя машина Мерседес. Да. Ты видел нашу машину? Да. Она будет на подъеме. Не спеша едь. Мы будем потихоньку подниматься вверх. Понял? Ага. Главное, если ты проехал Гудаури, проехал Ситуреби, начинаются вот эти вот серпантины. Вот на одном из серпантинов там будет поворот на грунтовку. У дамбы здесь вот дорога, да? За квадроциклы стоят. Да. Да. Вот там, пожалуйста, остановись. Понял? Давай. Туда, все, я оттуда пошел. Мы выскочим вверх. Да, все, я пошел. Я подожди, буду там. Стар, хоть подожди, посмотри. Что ж пошел? Издалека посмотрю. Издалека посмотрю. Значит, Танечка. Ой, Анечка. Анечка, пожалуйста. Когда я скажу, пошли, мы идем пешочком, да, вперед. Когда я скажу, села, села. Если я скажу, вперед, наклонись. А села и сразу ноги надо вверх поднять, да? Ну, можешь коленки просто падать. Ладно, назад не падай, вперед, ноги немножко. Ноги вперед. Да? Да. Тебя назад потянет, ты увидишь, почувствуешь. Да. Спасибо большое. Ребят, когда готовы будете, скажите, хорошо? Нет, меня. Когда готовы, скажите? Ты хоть привязал ее там? У меня все нормально, не волнуйся. Товарищ спрашивает, а если я ее уроню? Не волнуйся. Рустам, если чего, я тебе 700 баксиков отдам. Я же тебе сказал. Ну мы поехали, Рустам. Еще одна машина приехала. Мы поехали, говорю. Давайте. О, нет. Ну если что, дашь номер, пусть позвонят. Через 15 минут я приземлюсь. Пойдем пешочком вперед. Пойдем. Пошли вперед, пойдем. Готов побежать? Сейчас побежали. Бежать. Страшно. Пошли.
говорю, что будет упасть, ребята. Боже, чтобы я еще раз это сделал. Thank you.
время приземления скажите, мне нужно вверх сделать. Покажи. Еще не сделаешь? Нет. Еще. Да. У меня вообще сгиб до сих пор. Максимально делай, что не вверх. Чуть-чуть ставим немножко, еще ставим. Влево идем. Влево. Это лево. Лево, это лево. Ты так долго думал. Иди лево. Я не слышу. Я понял. Это налево идем. Чего? Я пытаюсь услышать. Поздравляю. Спасибо. Поздравляю. Молодец. Умница. Ты это сделала. Сейчас я отцеплю твой карабинчик. Я только ничего не слышу. Все равно?